Уникальные проекты, самые свежие новости, эксклюзивные интервью и прямые трансляции важнейших событий региона. Все это результат работы крупнейшего СМИ Югры. Также напомню, что жители Когалыма уже могут смотреть врезки с новостями и программами в эфире Метросети на телеканале СТС. Зрители города Когалым на сегодняшний день могут увидеть продукт, который производит телекомпания «Инфосервис Плюс» в кабельной сети провайдера «Метросеть» на 13-й кнопке на привычном всем телеканале СТС. В Лангепасе врезки тоже будут доступны в эфире Метросети, но уже на телеканале РЕН-ТВ. Это произойдет в следующем месяце. Также телеканал «Наши города» доступен по всей Югре в сетке вещания провайдера «Ростелеком». Следите за новостями и будьте в курсе событий.